Друзья, всем привет! Вы написали сотни комментариев, где же продолжение видео, как я разыграл свою жену. Так вот, пожалуйста, смотрим полную версию. И в очередной раз я решил разыграть свою жену. Пока я готовил эту куклу, ушло нереально много времени. Каркас куклы я сделал из обычных шариков. Получается довольно-таки неплохо. Затем я эту куклу засунул в замечательный комбинезон и сделал кукле руки. Руки я сделал из перчаток и туалетной бумаги. Как же без ног? Ноги я тоже сделал. Ноги я сделал из своих старых кроссовочек. Куда же без прически? Я сделал волосы и брови, что было более реалистичным. Вроде нормально. Время шло к вечеру, и она должна была скоро вернуться. Нужно было подготовить куклу. Я сделал кровь, что было более реалистичным. И да, подпишись на канал, чтобы не пропустить продолжение этого видео. Всем привет! Это Семен, и он поможет мне разыграть мою жену. Вообще, как настоящий. Руки за спину, бандит. Все получится, окей? Ложись. Выглядит круто. Ты, главное, сильно не злись на меня. Вещи, если что, уже собрал. Вон она идет. Что? Я тебе все объясню сейчас. Кто это? Главное, не переживай. Да не